Всем привет! Мы ведем репортаж из Южной Англии с арены Сент-Мэрис в Саутгемптоне. Сегодня с вами два комментатора с Gaming Goal Plus One. Посмотрим на состав Саутгемптона. 5 защитников на поле. Но, судя по группе атаки, команда явно не останется без голевых моментов. Смотрим состав Манчестер Сити. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Всем привет! Мы ведем репортаж из Южной Англии с арены Сент-Мэрис в Саутгемптоне. Сегодня с вами два комментатора с Gaming Goal Plus One. Посмотрим на состав Саутгемптона. 5 защитников на поле. Но, судя по группе атаки, команда явно не останется без голевых моментов. Смотрим состав Манчестер Сити. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Thank you for attending St. Mary's Stadium. Enjoy the match. Стадион Саутгемптона, Сент-Мэри, достаточно скромный, как и сама команда, но один раз он принимал матч сборной Англии. Уэмбли был закрыт на реконструкцию, и англичане принимали здесь сборную Македонии. И, к сожалению, этот стадион не стал счастливым для родоначальников футбола. В итоге с македонцами они сыграли в ничью 2-2. Жезус. Нет, не дошел этот пас до адреса. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Рахим Стерлинг. Атака остановлена, но кто получит мяч? Все правильно, выбит мяч из штрафной. Райан Бертран. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. На этом все, атака закончена, мяч ушел за лицевую, удар от ворот.